Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на журнал «Окей» с Бритни Спирс на обложке. И это у нас сентябрь 2011 года, номер 39. Значит, как раз-таки тогда Бритни поехала во второй, по-моему, да, раз уже в Россию с туром Femme Fatale. И она там встречалась с Кирой Пластининой, тогда известной дизайнершей, да, ну и сейчас, по-моему, я не знаю, сейчас она что-то выпускает, напишите. Ну, тогда у нее были такие фирменные магазины по Питеру, я помню. Вот, ну, давайте смотреть, что здесь есть. Значит, Бритни Спирс в Москве. Ну, она и в Питере была, но вот в Москве нас именно с Кирой встретилась. Вот здесь фоточка есть. Ну, давайте посмотрим, что нам здесь предлагают. Значит, здесь у нас только статейка, ничего тут больше мелкого нету. Значит, да, это Tour Femme Fatale. И вот встреча с Кирой. Ну, она здесь как раз-таки в... пальтишко ее, по-моему, красная, вот это вот от Киры Пластинин. Ну, вот какие-то шмоточки показывает. Ну, вот как-то так. Ну, в принципе, это как бы и все, что здесь есть. Надеюсь, вам был полезен данный обзор, ну, понравился. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. У меня много видео, у меня их просто очень много. Вы наверняка найдете что-то интересное. Еще раз огромное спасибо за внимание и пока-пока.